всем здравия. Сегодня делаем фасад из краска грунт, ой, как она там называется, структурная краска. Заказчик захотел, выбрал образец вельвет, но поскольку он у нас не идет на фасад, то делаем имитацию вельвета в черном цвете. Для начала прошли кварц грунтом заколированным, тоже черный цвет, и теперь наносим саму краску структурную. То есть сделаем классику от Ачента широкими мазками. Для начала наносим материал. Можно сразу рисуночки формировать, как классики. А потом можно еще доработать, время есть. Она быстро не схватывается. Но нельзя наносить толстый слой, поскольку эта краска может быть микротрещинки. Нижний откос и верхний мы сделали вчера предварительно. Сейчас наносим вертикальную плоскость. Как бы ничего сложного. Поскольку Мармарин Мини завод не успевает выпускать, забрали все, делаем из структурной краски. Силиконовая она, да, по-моему? Силиконовая. То есть можно и вату, на вату наносить, проблем не будет, на нашем случае пенопласт, без разницы. Но силиконовая она предотвращает микротрещины, если таковые будут. Ну, и сам материал плотный, хороший, легко с ним работать. Так, нанесли на поверхность, и теперь можем дорабатывать наш рисунок. Все же ничего не надо. Чего? Все же ничего не надо, давай красиво. Ну, по сути, да. Как видим, все просто. Все просто и гениально. Все гениально и просто. Да. Я думаю, любой, даже не профессионал, это спокойно может дома нанести. Был бы хороший материал. И последовательность всех позиций по нанесению. После высыхания еще тогда не определились. Посмотрим, чем будет лучше, или воском, или лазурью, это дело скрыто. На этом пока все. Итак, друзья, краска высохла. И чтобы предотвратить любые попадания влаги в поверхность, поскольку кое-где при высыхании дала усадку, и появились минимальные трещины. Вот. Для этого мы проходим еще
восков для наружных работ. И наша работа, как бы, можно спокойно дать гарантию, сколько материал будет. Гарантия дается столько, и наша работа будет использована на фасаде. То есть все поры забиваем воском. Раскатываем валиком. Чуть разбавленный процентов 15-20 водичкой, чтобы легче было, не оставались белых пятен. Работа сейчас на солнце, быстро впитывается. Ну, вернусь назад, покажу обзорчик. Туда трошки зайдем, за другой.